Итак, добрый. Да, Это и у нас реванш. реванш. Реванш с хозяином. И вот в тот раз мы одержали достаточно убедительную победу на своем поле. Абсолютно никаких шансов не дали нашему сопернику. И сейчас у нас новая стратегия. Мы же сделали выводы, да? Мы то есть современный подход. Да, вот свои слонов я так выставлял, и когда мне было 5 лет. И по бровке. Ну все. Так. Володя Быстрова съели. Конь идет на Е5. Так, ну пользуемся тем, что конь говно. Футбол — это жестокая игра. Да, 2-0. Ну, травму получил наш бровочек, и тут удар по центру. Иногда, если слишком усердно бегать по флангу, то можно лишиться головы. Так, вот я думаю, я вот коней не люблю, понимаешь? Да, понимаю, поэтому отдадим его. А, он не хочет, ну ладно. Позиция недостаточно плохая, так что я тебе позволю продолжить поиграть. Да, солдат 5. Я же говорю, коней не люблю. Побьем. И плодотворная дебютная идея. Конь должен прийти на Е1. На что, а висит, но это хорошо. Ничего страшного, король H1. Да. В этом-то идея была. Сейчас G2, ой, G3 пойдем, король же. Король G2, ладья H1. Нет, я понимаю, он уберет. Ферзь висит. Не зевни ферзя. Так. Убери его на куда-нибудь. Куда-нибудь убери его. Сюда, например. Там должен быть конь вообще-то. Поэтому придется исправить эту... Сейчас ты мат нажму, кого что ты исправляешь? Где мат? Ферзь H5. Ничего страшного. Нет, это очень... Так, погоди, там опять мат. Где не мат? Ну, ферзь H5, следующий ход. Идея. G3. Король же, G3, ферзь H3 мат в конце. Я вообще не вижу защиты. F4 тоже не работает. Так, ладно. Защиты нет, но... Мы сохраняем оптимизм. Ферзь H4, что дальше? Ну, FG. И чё? Ну, типа напали на ферзя пока. То есть, первый тайм мы проиграли, ты это хочешь сказать? Да, и первый, и второй. Там же всё равно мат. Ну да, даже слона прячь нельзя. Стоп, давай конь E2 метра. Держимся из последних сил, явно слабеющих. Слушай, ну, судья в этой позиции поступил как судья в матче «Зенит Урал». Да. Удалили трех наших игроков на 85-й минуте. Ай-яй-яй-яй-яй. Такое ударище. Ну, ладья H4. Мы идем в атаку. Ну да, как Урал. На последних минутах, правда, тогда... Ты же вообще расценил как личное оскорбление, да? Да. Понятно. Что у нас получилось? Получилось, что у нас очень активный слон. И он идет на... Куда-нибудь он идет, в общем. Куда-то идет. Ну, король G2 надо играть. Пожалуй. Меняться тоже надо. И ладья H1. Нет? Везде плохо. А, стоп. На конь D4. Ладья... Если бы еще C5 не было на конь D4. Давай ладья E8. Ой, ладья E1. Там же шахи... А, ну, типа, ну, он может сейчас отдать ферзя, и, наверное, он это сделает. Но ничего лучше не было. И что получится без качества? Решать не отдавать. Тоже вариант. Так, если ферзь попадет на D1, у нас что это будет? Предлагаем ничего. Нечестно повторение ходов. Ну нет, не прокатило. Ладно, тогда бьем. Ну смотри, мы предлагали нашему сопернику ничью. Он отказался, это его проблемы. Почему в футболе вот нет такого? Предлагаю ничью. Да. Желательно это, минут после 5 расписная ничья. Я думаю, все болельщики оценили такое нововведение. Так, ну слона на F4 можно поставить? Сейчас слон на G5 идет. По-моему, ему пора что-то менять в своем подходе к шахматам. Так, ну не видно матовых идей.
Ну, три фигуры не могут дать мат. Да, особенно когда их две. Есть ETF по коррупству. Ну, то есть это мы ведем 1-0, да? И вот идет 89-я минута. Да, я объясню, только мы не ведем. У нас нет ферзя. Так, ну вроде пока все ничего. Сейчас они его съедят там. Что делать? Пешечек проигран, да, к сожалению. Да. Это потрясающий ход. Но он позволил нам наварить время и спасти коня. Видишь, ты не оценил эту идею. Да, и теперь два Алана Дзагоева по линии ДЕ идут. Да, ну... Не без издержек, конечно. Придется просто снести флаг, да? Да. Кстати, в конце... Нет, ничьи, наверное, ничьи нет, да. Нет, ничьи. Жаль. Ну, хорошо. Победа есть победа. Деньги не пахнут. Всем спасибо за внимание.